Ваша киска купила бы вискас. Всем привет из Западной Каролины. Короче, немножко я уже отошла. В общем, мы с кумовьями там ходили по важным делам. И потом мы пришли домой. У меня, видите, немного тушь под глазами поразмазалась. И мы немного поели. И, короче, я выпила коньяка немного. И мне как разболелась вот эта вот голова. И я думаю, ну нафига, я лучше вообще его не это. Потому что чумное состояние. И не хотела я. Вы заставили. Шучу, никто не заставлял. Сама, короче, поддалась. Туча такая на горизонте. Может, еще дождь будет. У нас тут немного прошел дождь. Короче, все расцвело, зазеленело. Все везде раз это. Во-первых, жара страшная поднялась. Но туча, конечно, и гром был. Знаете стихи? Люблю грозу в начале мая. На-на-на-на, на-на-на-на. Короче, такие-то дела. Начинаются. Ну, перезимай. Перебила зиоту. Назад засунула. Короче. Что могу сказать? Пасха почти прошла. Взяла я свою Пасху кумовьям, но у них была вкуснее, поэтому я на свою назад забрала. Их не ела, кума напекла. У них есть это хлебопечка. И, короче, ай, вкусные Пасхи. Я забрала свою обратно. И два яйца забрала, потому что у них своих хватает, а у меня не хватает. В общем, что могу сказать, что время летит, время не ждет. И уже вот, получается, закончился почти апрель, и уже начнется май, за маем начнется июнь. Представляете, а потом за июнем июль. Квітень вже скончився. Скончався. За квітнем буде май, потім май. А як же там далі місяць? Май, іюнь, іюль. Іюль точно липець. Ой, короче, ненавижу вот это состояние зевоты и чуть-чуть головной такой боли, сдавленности. Короче, будет май, потом, ну, пускай вот липец. А, червец, липец, точно вспомнил, сгадала. Червец, липец, серпец, август, серпец, ладно, не помнят там. Когда нечего говорить, можно вот так вот разговаривать, вообще набор слов. И все равно можно что-то говорить, когда даже нет темы. Нет темы. Да. Что-то надо попить, наверное, может чая. Я знаю, почему еще так голова давит, потому что небо такое пасмурное и тучка. Короче, читала там историю про собаку в Фейсбуке, как хозяева приперли собаку большую, чтобы ее усыпили.
Они ее избили сильно, потому что она порвала немного ребенка лицо, ну, дочки. А потом рассказывается дальше предыстория, как было. Взяли щенка, Алабая, по-моему, в общем, такой большой. В общем, с ним не... Ну, щенком надо заниматься, это как ребенок. Чего я не беру ни жив... никакое животное, потому что оно требует такого же внимания, как и ребенок. Как же... Это же живое существо. Они с ним особо не играли, потом особо не воспитывали. Он там писал, где попало, его там типа трепали, толкли туда. Ну, потом, ну, там более это, конечно, творчески расписано. Но я так не смогу передать. Потом они, отец семейства захотел сделать так, чтобы он умел кусаться, типа. Ну, кусаться он мог, защищать, типа. Просил одного дрессировщика, тот сказал, что сначала надо его научить быть, ну, послушным, воспитанным. Ну, в общем, там свои принципы дрессировки. Ну, хозяин, типа, обматерил его, сказал, что ты дурак, не хочешь денег, ну и ладно. Потом он, короче, нашел другого, которому было пофигу. Он взял деньги, ну и научил его быть зверем. Там сначала он на какого-то бомжа напал, порвал его этот собака. Потом, короче, он жил дома, и на эту дочку собака гыркал всегда. Но я знаю, что нельзя, чтобы собака гырчала ни на... жену там, ну, допустим, собака может воспринимать мужа это главным, а себя вторым поставить по рангу, а жена и дети это будет низшее, ну, типа это, и он может их кусать, и, ну, потому что он так воспитан. Ему надо поставить, ну, что нельзя трогать ни жену, что она выше его по рангу, типа. Ну, как стая, это надо доказать ему. Ну, в общем, это сложный процесс воспитания. Так, нахмарила, точно будет дождь. Сейчас вам покажу. Короче, не знаю, будет вам видно или нет, но реально черная туча. Вон, видите, какое синяк, как синяк на небе. Хочется уже дождя как-то. Ну, в общем, и эта собака в итоге ела. Сначала ела дочка, и собака просто начала просить у нее еду. Она там была одна. В общем, она ее гыркнула, собака на ребенка гыркнула, та кинула ему кость, и собака поняла, что она главнее. Она гавкнула, и ей дали. Ну. И потом был случай, когда собака ела, проходила эта девочка рядом, она гыркнула, та уронила книжку, типа, ну, а собака была воспитана на... Ну, как говорится, что-то летает. А, то ветер такой сильно поднялся, что... Не могу понять, что-то прилетело на столб. Или птица была. Короче, что-то начинается. Дождь какой-то. Как будто птица прилетела, или мне галлюцинации. Думала, что развивается на ветру что-то, а потом как будто остановилась на столбу. Это, наверное, галлюцинация или что. Ну ладно. Как будто птица съела, но я не вижу тебя. Ну, в общем, ребенок наклонился забрать книжку, а лицо оказалось ближе всего к собаке, и собака разорвала от виска там до челюсти, ну, порвала лицо. И в итоге хозяин избил сильно собаку, сильно ее травмировал и отдал, типа, на усыпление. Ну, то есть, вот так вот. И, короче, такая история, и там комментарии, типа, кто-то... Ну, в любом случае, надо вот такого пса усыпить. Но это люди, которые специально вызывают. Да, дождь начинается. Ура! Я так люблю дождь, я не знаю, что. Класс. В
начинался тогда ветер, знаете, потемнело, так классно, так ух. В общем, и, ну, собаку никто, естественно, не усыпил, там вызвали какого-то человека, который забрал этого пса, чтобы вылечить, перевоспитать, ну, потому что кто будет усыплять? Ну, если бы это была просто какая-то живодерка, они, может, усыпили, а так. В общем, я к чему? К тому, что не имеют люди права брать это животное, при том огромное, при том квартиру. И вообще, я считаю, что огромная собака не должна жить в квартире. Для нее это наказание. Просто берут животное, как для игрушка. Просто, чтобы вот порадовать свою, типа, свое желание. Типа, вот они хотят порадовать себя, порадовать, типа, свою... Ой, как забавная игрушка, маленький мишка, типа. Ну, безответственные. Таким людям нельзя давать. А, и есть же разжигатели, вот эти вот, что везде в соцсетях, что политику разжигают, там всякие, ну, эти... скандалы. И есть также на таких темах разжигатели. То есть такую собаку сразу надо усыпить. Ну, естественно, они удержат, говорю, так, такие, говорю, хозяев надо сразу усыплять, сразу. И не давать им вообще не рожать ни детей, ни брать животных, потому что надо как-то так делать, что... Ну, это, конечно, жестоко, никто такое делать не будет. Ну просто что, если мозгов нема, то считай калека. А у многих их нема просто. Многие почему-то считают, что они либо боги, либо они, ну не знаю, такие всемогущие. Они берут животных, могут поиграться, потом выкинуть его куда-то на помойку или там. И для них это нормально. Ну и также многие вот рожают детей, она родила, и как котят тех... в мусорный бак, все, либо просто где-то оставила на лавочке, то есть, ну, это человек без мозгов, я считаю, таких надо находить и садить просто, и заставлять отрабатывать на работах, а деньги должны идти на счет детям, тем, которым, конечно, так и сделали, потому что это, ну, это жестокость в высшей степени. Еще можно понять воров, которые воруют и обкрадывают людей. Можно их еще как-то... Но это, когда люди не осознают, что они делают, я думаю, что это самое страшное. Такое надо пресекать. Ну, хотя, если начнут садить, то, наверное, не уменьшится такая рождаемость, просто будут душить сразу. При родила и сразу что-то с ним сделала. Потому что я так поняла, что таких жестоких людей очень много, глупых, без мозгов, или с проспиртованными мозгами, или с их отсутствием, не знаю. В общем, вот это такие мысли. Нахмарила конкретно, там уже, может, дождь идет. Подруга звонила там с моего города, ну, откуда мама. Говорит, у нас нету, мы тут ждем, ждем. Говорит, ну, навряд ли, чтобы уже был. Короче, такие-то дела. Поговорили с подругой, говорю. Меня, говорю, в Италию пригласили. Уже всем растрещала. Говорю, вот представь, говорю, женщина, говорю, всегда... Сказала, сделала, все, тут мигом тебе, бац, купила билеты, все, сказала, купила билеты, все. До этого у меня вот один, куда там, Доминикану, типа, я хочу, и мне по ушам чешет, чешет брехню эту, пока я не сказала, что довольна. А в итоге ему просто надо было общение и фото. Все, фото. Больше ему ничего не надо было, в принципе. И, скорее всего, что он женатый. Он, конечно, смотрел мои видео тогда. Сейчас, может, и не смотрит, не знаю. Даже если он смотрит, мне пофиг. Потому что это виртуальные эти
Даже их нельзя назвать любовник, просто виртуальные люди. Все. Им ничего, кроме вирта, не надо. Все. Ну нахера ж тогда брехать? То есть второй тоже. В Испанию, все, в Испанию. Суд додела, все, на жопу села. И где это, и где Испания? То есть дурочку делают из меня, да и все. А меня это выбешивает. Потому что нахера ты врешь, если ты не, у тебя нету возможности. Скажи, у меня нету возможности, да? Ну, я просто мечтатель, я хочу просто общения виртуального, виртуального этого интима, еще что-то такого. Я сказала, нет, все, до свидания, все. Ну, полно тех, кто этого не прочь, есть полно. Зачем? А это мне... Или для того, чтобы усовершенствоваться. Ну, то есть, суть не о том. Я о том хотела сказать, что женщины, все, кого я встречала, ну, с кем я действительно сдружилась, мне встречались такие, что сказала, сделала, бац, все, выслала билеты, все, и все есть. Ну, и тоже у меня подруги тоже такие. Все, с кем я сдруживаюсь, такие, потому что, наверное, я тоже такая. Если я сказала так, я так сделала, и все. Но у нас нет этой собачьей, не знаю, телячьей привязанности, типа, знаете, есть вот подруги, которые, о боже, о, как вот эти, что копировали этих богатых дам, типа, о, там, Люси, о, у тебя такое платье, о, вот это мне так выбешивает, или там, только идем туда, куда я хочу, только, ну, то есть, вот это такой телячьих нежностей таких у нас как-то нет, у нас конкретно, не, у нас и хорошие, добрые отношения, ну, у меня с моими подругами, но у нас конкретно, если сказала так, значит так, если мы там, допустим, куда-то собираемся, туда едем, едем, договорились, все. Или там, например, я туда не хочу. Ну, вот как у мамы говорят, мы там хотим в горы. Говорю, а я туда не хочу. Ну, значит, вы едете туда в горы, а я поеду на море сама. А есть другой тип дружбы, при которой бы подросток сказал, как это ты так? Ты должна сделать так, как я хочу, мы ж подруги. Ну, то есть это ненормально. Это манипуляция, и это ненормально, это подминание. То есть должно быть так, значит так, не так, значит не так. Каждый пошел, куда ему надо. При этом не должно быть никаких обиды там. Ой, я просто слышала, как кумовья разговаривали, допустим, сегодня они не хотели там никуда идти, потому что сил не было. И это, и некоторые знакомые ихние, они долго рассказывали, типа, ну, типа, долгий подход, типа, почему не можем? А говорю, а прямо вы не можете сказать, я не пойду, мы никуда не идем, потому что не хотим, у нас нету желания. То есть долго отчитывались, почему, я просто по телефону слышала, как они говорили. И говорю, зачем так усложнять? Просто ж я не хочу, все, и я не пойду сегодня. И все, и тогда никаких у человека ни сомнений, ничего. И делать только то, что ты хочешь, а не то, что там надо кому-то, что кто-то что-то обидится. То есть, в общем, я надеюсь, вы поняли, что я хотела сказать. Птицы метаются, а туча уходит. То, наверное, птица тогда прилетела, что мне показала, что что-то метнулось. Ладно, все.